Мы не сделали несколько ключевых реформ, мы потеряли 2 года и не сделали этих реформ, которые могли бы нам помочь в переговорах с МВФ. Это налоговая реформа, либеральная налоговая реформа, которая могла бы помочь бизнесменам, маленькому, среднему бизнесу и даже большому. Это пенсионная реформа, и сейчас у нас пенсии уже зависят от МВФ, потому что у нас нет физически в пенсионном фонде этих денег. И третья — судебная реформа. К нам не идут инвесторы, потому что не работает судебная система. 2 года мы потеряли, могли это сделать. Я считаю, что за это в том числе ответственен президент. Мы этого не сделали. Алена, это дальше. То, с чего я начал. Да. А расплачивается за это народ Украины. А расплачивается за это мы все, расплачиваемся все граждане Украины. Но, вам смотрите, легче расплачиваться по новым тарифам. Смотрите, я не вела переговоры с МВФ никогда, да, поэтому мне тяжело говорить. Но я очень хорошо изучала историю. И я очень хорошо читала книги Каха Бендукидзе. Так вот, Каха Бендукидзе в 2005 году в Грузии фактически выгнал МВФ из страны. Знаете почему? Потому что МВФ не поддержал его либеральный налоговый кодекс. У нас был этот шанс это сделать. Вспомните, у нас Южанина презентовала либеральный налоговый кодекс, понизив налоги. 180 депутатов, в том числе я, Виктория Войцицкая, многие другие подписались. И мы. И не хватило смелости ни у президента, ни у Яреська, ни у Яценюка тогда это провести. Мы потеряли этот шанс тогда, давайте это сделаем сейчас. Это первое. Это первое. А второе, что Каха Бендукидзе сказал про Украину, когда еще был жив, в своей довольно известной книге. Он сказал, что в Украине проблема в том, что у нее абсолютно бесхребетная и негосударственная экономическая политика. Я правильно понимаю, вы предлагаете хлопнуть дверью перед носом МВФ? Нет, я предлагаю предложить серьезный либеральный налоговый кодекс и серьезную реформу судебной системы и доказать, что мы в состоянии это сделать за ближайшие месяцы вместе с реформой институции.